сейчас на 0.40, я еще до сих пор не подожгла свое желание. Сейчас его буду поджигать. Для всех, для многих я обещала сделать очередное какое-то свое шоу. Опять, как всегда, первый раз, что я это все буду делать. Это все будет впервые. Все будет впервые. Сейчас будет все впервые, я сейчас сама за себя переживаю. Вот, на этот раз я решила купить самбуку. Тоже амнезия. Что-то оно мне одинаковое на запах. Что то лекарство, что это лекарство вообще. Я не знаю, я купила самую дешевую, и вам советую покупать самую дешевую, если вы не любитель, если вы вообще не понимаете в алкоголе, как и я, вообще далекий в этом деле. Но вам нравится этот эксперимент, попалить. Ну, просто интересно, как это получится. Как это получится у меня. Я много видео смотрела, как пьется самбука. Все пьют ее одинаково, однообразно. Как-то неинтересно вообще, ну никак, вообще меня никак не впечатлило. Ну и я решила добавить какую-то свою изюминку, какой-то свой интерес. Вот сейчас мы это будем пробовать. У меня есть шампанское, но я не умею открывать шампанское. И не буду учиться открывать шампанское, потому что я очень боюсь этой конченной пробки. Мне кажется, она мне в голову отлетит, и все. И вообще, поток мыслей у меня просто исчезнет. Или наоборот, попрет, попрет, попрет. Ну, короче, это то, что мне не надо. В общем, так. Блин, я боюсь, Сейчас я выпью колу. И начну это делать. Сейчас будут такие коктейли, я их сейчас сама придумала. Начинаем видео. Пью я самбуку. Впервые на ваших глазах я пью самбуку. Нет, я ее пила, но только мне ее делали. Итак, 3 зерна добавляем. Первое это здоровье, второе это богатство, третье это счастье. Добавили. Наливаем этот... Хотела сказать абсент, как его, самбука, надо хоть запомнить, блин, самбука. Оп, льется, как жизнь река. Короче, налилась. Я забыла, что дальше делать. А, ну вот, налили. А, это ж мне еще желание надо. Блин, сколько всего! Боже, я уже переживаю, уже нервничаю. Мне сейчас, кажется, все взорвется. Я и видела, надо, короче, прожигать стакан сначала. Снаружи. Подогревать его, типа. У меня просто... Я не успела купить... Как она говорит, что? Что я не успела купить? А я не успела купить коньячный стакан. Вот только был винный. Это винный, да? Под вино. Под водку. Короче, я не знаю даже, что это за стакан. Все, я типа подогрела. Я забыла. А! Блин, сука, не могу запомнить. Все, полюбей. Ну не мое это, не мое это. Я привыкла работать с фотографиями. Все, блин, это с фотошопом. А вот эти дела вообще не для меня. Так. Желание. Боже, уже сейчас час ночи, блин, час утра, час ночи. Огонь! Мама, сука, блядь. Божечки мой. Я сильно дохуя налила. У меня сейчас одно это хрень. Боже, короче, я не могу. Блин, у меня не подошло желание. Вот это херня! Черт, что это кору? Да какая хер разница, все буховые. Черт, я должна эту хрень выпить еще. Блин, а вот это пиздец, отвечаю. О, он еще меня под этим, под самбукой. Это фиг оно. Ну не сбудется. Или сбудется. Я ж... Боже мой, все, короче, это неудачный эксперимент. Ни хрена я тут не выпью, сейчас его пойду просто вылью. Это ж надо было салфетку и трубочку еще. Блин, ну это пипец, короче. Что у меня все. Не все как у людей. Аллилуйя! Тудыш-тудыш. Блин, это херня вообще полная. Отстой! Ебать оно липкое. Это пиздец. У меня сейчас будет все прилипать. Как у того мужика, блин. Вот что делать? Если я вот так ебану ее.
Фу, я с этой хренью пить не буду. Короче, не удался первый дубль. Я не знаю, сколько у меня их будет. Пиздец, надо ли, блин, до видео тренироваться, чтобы потом показаться, типа, красавчиком. Но не позориться. Короче, я, наверное, лучше выпью молоко. Я не знаю, когда буду пить эту самбуку. Мне даже впадло, уже хочу спать. Вот, молоко, молоко. Мне впадло пить. У меня ничего не получается. Ладно, будет еще один дубль. Сейчас еще будет.